Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами известных художников. Жанна Наре Фрагонар, «Фонтан любви», около 1785 года, холст масла 52/61. Одним из крупнейших мастеров эпохи рококо был Жанна Наре Фрагонар, французский живописец, рисовальщик и гравер. Он работал в различных техниках и почти во всех жанрах, особенно проникновенных полотна художника, изображающие лирические сцены. Образ фонтана любви возникает в поэзии античности, а позднее – средневековья. Именно в его воды Амур опускал свои стрелы, перед тем, как выпустить их в сердца людей. Этот сюжет довольно часто использовался художником. На картине Фрагонара полуобнаженные мужчины и женщина с нетерпением бегут к фонтану, чтобы испить из золотой чаши, которую им подают путти. Другие малыши резвятся в струях. Вот такое описание картины Жанна Наре Фрагонара «Фонтан любви» я нашел в интернете. Всего всем пока, всем привет, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока.